go to the Iraq because I'm afraid of the sand. Oh my god! I wouldn't like visit country Syria. If country was warm. Азербайджан, because Armenian surname. Скорее всего, не дадите, потому что я-то толком нигде не был, все равно путешествие. Turkmenistan, it's supposed to be a democratic country, but democracy is not a very spread thing there. They have not a president, as he called, but a king. And he doesn't like black color, and he forbade black cars. Well, it's quite ridiculous, but this is what we have in our world, and I don't like this kind of view. I think every country has special. У тебя есть страна, которая тебе не нравится? Мне больше всего не нравится Тунис. И когда ты идешь, у тебя на каждом шагу ощущение, что все хотят тебя обмануть. И все думают, что ты миллионер и хотят забрать твои копейки. А вот я студент, я не миллионер, но они все думают, что я миллионер. Думают, что хотят, чтобы я у них все купил. И они такие наглые, противные. Вот. Как по мне, все страны хороши по-своему. И в каждой... Что-то есть особенное. То, что... Которую ты бы хотел посетить меньше всего? США. США, да? Да. А почему США? Ну, в принципе, политика не нравится. И, ну, сами люди там живущие, они не очень приятные. Украина и Америка. По-политически мы также по своему мнению. Мы спасали Украину от немцев, а они на нас сейчас бузят. Они 8 лет бомбили Донбасс, а потом, как только Россия вступилась за мирных жителей, Россия плохая. Вот и за это. Всего я, наверное, бы хотел посетить Уганду. Все-таки страны Африки, разруха, сухость, в принципе, беспредел. Северная Корея. Почему? По многому чему. Украина. Well, it's because the late events. Serbian is very strange to people. No, I don't. Maybe it is Poland. Because Polish is not... Not beautiful people, maybe. Африка. А почему Африка? Да как-то не все хорошо. Конечно же, Америка. Почему? Это страна пиндосов, блядства и разврата. Украина. Не люблю Украину. Индия. Почему? В связи с экологией и то, что и антисанитарией. Которую бы вы не хотели поехать? Украина. Да. Украина бы, я думаю, нет. Сами понимаете, почему. Угу. Как бы все, в принципе. Страна, которую ты бы не хотел посетить? Нет. Все страны прекрасны, да? Наверное, Америка. В связи с последними событиями и со страны, ну, как бы, союзом, с НАТО, наверное, угу. Поэтому. Это Индия. Как бы... Страна-то неплохая, но уровень жизни там очень слабый, и мне просто будет неприятно, ну как неприятно, сердце крови будет обливаться, потому что там бедные люди. Вот. Я просто так мимо них пройти не смогу. Как-то вот так. Наверное, поехать в Индию, опять-таки почему? Потому что там грязновато, не очень грязная эта нация. Что вы бы не хотели посетить? Ну, наверное, да. Ну, набор стран. Ну, какие-нибудь, да, да, можно сказать... Страны, которые наиболее бедные. Бедные, сказать, которых мало достопримечательностей. Большая криминальность. Да. У которых есть мало мест, где можно хорошо время провести. Страну ты бы хотел поехать меньше всего? Северная Корея. Почему Северная Корея? Там атомные бомбы. Я не придумал шутку. Не знаю. А какую страну вы бы хотели посетить меньше всего? Украину. Если так подумать, то, скорее всего, просто США. Потому что, во-первых, я не владею английским, вообще ни капельки. А во-вторых, очень много есть, так скажем, понятий самой Англии, которые лично для меня не приветствуют. It is not a worst country. Because of dangerous animals. To be honest, I don't have any country which I don't like to visit, because every country has its own advantages. I don't like countries Central Africa, because I'm scared my safety.
I don't like Turkey because of a lot of tourists. А какую страну ты бы хотел посетить меньше всего? Турция. Почему Турция? Потому что мне там не понравилось. А есть ли страна, которую вы не хотели посетить? Может, меньше всего? Есть. Какая? Турция. Турция? Я отношусь ко всем странам хорошо. И как христианка, я молюсь за все страны. Но очень хочу, чтобы моя страна, Россия, жила очень хорошо. Чтобы здесь процветали люди. Чтобы они были богобоязненными. Чтобы они любили друг друга, сострадали друг друга. Имели друг другу, имели милосердие. Любили ближнего. Конечно же, любили Бога в первую очередь. Это очень важно, чтобы мы ни с кем не враждовали, ни с кем не соперничали. Это желание Бога любить всех. Он любит всех людей, самого последнего грешника. Поэтому мы обязаны любить всех. Какую страну ты бы хотел посетить меньше всего? Скорее всего, Украину. В связи с последними обстоятельствами. Что ты бы хотел посетить меньше всего? Да, Литва. Они нас ненавидят. Украина. Украина. Neutral attitude to USA because we love to listening to the English songs, American music, and we are watching American bloggers too. I don't know, maybe Turkey or something else, yeah, like Arabic countries. Russia. But you are in Russia. Можно на немецком, пожалуйста? Можно. Ich bin ich lebe in Deutsch, ich lebe in Russland, aber ich culture, блин, господи, у меня все перемешалось. Маты, русский. Country you wouldn't like to visit? Russia. Okay. Remember to subscribe to Gus on the Go. I want to say that one life lost in war is one too many. War is bad and it doesn't matter where it is. I don't see the purpose of this war. Ukraine is for Ukrainians and this country is independent and it will remain like this. No matter what Russia does, it will not change how the people feel in Ukraine. Speak up, help all you can. Do us right. Yeah, that's it guys. So see you. Remember to subscribe to Gus on the Go. Bye guys.